Мое субъективное, конечно, мнение. Я думаю, что это вопрос, в общем-то, больше политический. Да, часть украинского общества хотела бы жить как ЕС, по уровню доходов, уровню сервиса и так далее. Но это почти невозможно. И интеграция многих стран Европейского Союза в общее европейское пространство показывает, что жизнь среднего европейца ухудшается из-за того, что другие экономики Европы вливаются в нее. Поэтому я думаю, что с точки зрения властей, политических властей Украины, это просто политическая расторговка. А вот мы пойдем в ЕС, отдайте нам преференции по транспортировке газа, по газовым контрактам, по транспортировке нефти и так далее. Это вопрос торгов политических больше, как мне кажется. И как в свое время Украина самостийность свою поднимала за счет введения чуть ли не насильственно украинского языка, так и здесь этот вопрос поднимается, муссируется, ну, в общем-то, на низменных инстинктах. Да, а давайте мы будем лучше жить, потому что мы придем в ЕС. А мне кажется, надо жить лучше от того, что на своей земле, на своей территории создавать условия для этой благоприятной жизни.